гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жороб-жорочи на моем канале. Паковый жороб-жорыч во время работы, небольшой ужин, потому что домой ехать еще часа два отсюда. Вот. И под кофеек жердин без сахара, очень даже нормально. По калорийности я пока не смотрел, но скрин поставлю в описании. Парк, уйма белок, шоколадный бисквит с шоколадной начинкой. Бисквит, точнее будет сказать, нормальная вещь. Для перекуса. В меру сладкое и очень сытное. Здесь у нас 40 грамм, и сейчас мы проверим, какая калорийность данного продукта. Без труда нашло. Так, 400 килокалорий в 100 граммах. У нас 40 грамм. Это 160 килокалорий. И плюс кофе 3 килокалории на стакан. Нормально. Думаю, на 3-4 часа есть мне точно не захочется. Весь мусор мы собираем в стаканчик и выкинем в мусорное ведро. Ну а вам всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.